Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, и мы продолжаем играть драконы в Сеньки Олхоте. Третий день, забираем с тобой руны. Нам совсем немножечко остается, друзья мои, совсем капелька для того, чтобы... Эх, не то. Зубик, ты меня подводишь. Так, а здесь у нас кто? Скользкопев? Точно. Ну что... Родной ты мой, я отправлю тебя дальше. Ты уж извини, Беззубик, будешь у меня летать до тех пор, пока не насобираем мы с тобой. Ой, загрузка. Ну, ребята, я вам говорю, игра установилась только недавно, поэтому нам придется вот это все смотреть и любоваться. Так, вот эти штуки отправляем. Так, пускай летит. Пускай летит. Здесь нам что выпадет? 225 миллионов дерева, но у нас с древесиной, в принципе, как бы и так проблем-то нету, если честно. У нас проблемы есть с рыбой постоянно. Это да, такое дело есть. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо. Так, ну что, ребята, там приложение было дальше качать нам кривоклыка, я имею в виду по уровню. Не могу не согласиться. Я полностью поддерживаю. Но, ну давай попробуем. Сколько он там требует у нас? Требует он, конечно, как... Не знаю кто. Дофига и больше. Ну, ничего страшного, ребят. Сейчас будем собирать рыбу. Потихонечку, полигонечку. Будем его прокачивать. Так, что у нас здесь? Что-то у нас сегодня день тусклого янтаря, можно так назвать, да? Один янтарь выпадает. Так, ну что, сарделечка, полетели дальше. Ой, чуть за 200 его не отправил. Ну, 12 рун, ребят. 12 вшивых рун. Так, нам выпадает гарпун. Ну что же, гарпун, ты гарпун. Я его забираю и отправляем мы с тобой опять барсика в драконий край. Ну что, Громгильда? А Громгильда у нас... Почему-то Громгильда у нас всегда отстает. На одну заходку от остальных. Костолом, давай за рыбой. Здесь три блестящих янтаря. А здесь, давай, лети, парень. Вечный добывальщик железа. Весночёс 240 миллионов, отлично. Так, давай за древесиной. Ты как у нас тут? Да, понятное дело, что он не будет прокачиваться. Это большая-большая редкость. Чтобы вот так вот взять и сразу попасть в титаны. Нет, конечно. Все выпендриваются они. Так, ну что, у нас там достаточное количество рыбы. Вот, пускай идет, обучается у нас. Это плюс еще один уровень, да? Так, давай за древесиной, прилетели. А буйволорд у нас почему-то сидит. И в ус не дует. Полетел за рыбой. Так, здесь нам достается треска опять. Это я так называю, треска. На самом деле это не треска. Какая-то может быть треска в то время, блин. Треска. Это стоит у меня там, грустит одинокий прыщ. Иди давай. Ну а ты что, чешуя? Пускай будет чешуя, так что быть. Модификрылка. Давай за рыбу. Модификрылку мы будем с тобой, наверное, прокачивать уже после. Я думаю, что это будет оптимальный вариант. Так, грязеплюх. Давай, иди тренируйся. Ну что ты там, огнепек? До сих пор будешь сопротивляться мне, да? Конечно, будет. Микроны какие-то, ребят, просто микроны. Так, ну здесь нам достается какая-то фляжечка.
здесь, здесь она древесина, да, страхокол. Так, ну-ка, 35 миллионов рублей, отлично. Ну что, вроде бы остальные у нас все, да? Все, так скажем, заюзаны. Так, давай-ка мы пак с тобой заберем бесплатный. Так, кошмарка. Так, шторморез. 5, всего лишь 5 рун. Ну, давай здесь заберем награды. Так, у нас как раз, ребята, выпадет наградочка, да? Так, вот она первая пошла. Так, и мы пойдем еще набивать. Чуть-чуть не хватит. Угу. Совсем копейку. То есть, получается, 30-ка, да? Опа, ребята, а вот тут 30 рун. Вот это уже поинтереснее. Итого 4442 руны. Так, у нас еще вот этот незаюзанный, да? Со своими листочками, со своим тусклым, так скажем, янтарем. Так, ну что, ребята, смотрим события. События у нас должны быть. Не, нету событий. Печалька какая-то, ребята, нет событий у нас. А я-то надеялся. Так, хорошо, а что это у нас тут такое? Иди ты в лес. Дай мне лучше... А где снеговик? А, все, наверное, события со снеговиками закончились, да? Так, ребят, ну раз у нас нету события, значит, у нас есть что? Правильно ты говоришь. Мы уже 1000 лет с тобой вот здесь вот не дрались. Как говорится, не набирали паки. Давай. Настала пора, как говорится, подраться. Сейчас, наверное, загрузка еще будет, да? Не? Я думал, просто будет загрузка 3-часовая, как обычно. Но нет, так нет. Начну я с этого хламона, потому что он у нас пожирает энергию. А они так лихо все. Без остановки прям, ребят. Прям нон-стопом шпарят, блин. Барсик, уничтожай его. Они просто без остановки. Все, мы потеряли с тобой нашего. 100% потеряли. Ну что же я тебе скажу. Я буду их тотально бомбить. И мне кажется, у нас получится. Во-первых, ребят, уровень у нас повыше здесь будет, 20-ка. Так что сейчас мы с тобой сделаем все как надо. А этот будет опять кого-то глушить. Кого он будет глушить? Хила, скорее всего. Нет. Я, честно говоря, думал, что он будет хила бомбить. Но раз такая, пошла у вас проблема. Так, он сюда бомбить. Хе. Ой. Прыщ болотный, на тебе. Добро пожаловать на второй поединок. Так, ну этот Лашпен. Вот с этого начнем. Начнем с Хоферсона. А потом уже перейдем на Штормореза. Есть, вообще сдуло его к чертовой бабушке. Ну что, Шторморез, теперь твоя очередь. Блин, этот с пониженной атакой еще. Лаврык, только не суйся. Вот, вот туда вот можешь. Туда можешь обращаться. Так, ну, остался ты, парень, один, одинешенек. Ну, что он сделает на земле? Он может хильнуться, он может повесить на себя щиты и все. Я вообще-то хотел вот это бомбануть. С какого перепуга ты кусать-то стал его, блин? Давай слепоту на него повесим. Он еще и ход свой пропустил. Не знаю почему. Но в любом случае, крышка ему. Ну, вот и третий поединок. Ох ты. Само собой, ребят, само собой. Вот с этого начинаем. С истинного шепота. Нафиг, нафиг нам нужен этот приколист. Ничего хорошего он тут мне не принесет.
Так, второй у нас по силе идет. Это пристеголовый. Ну и в конце уже... И в конце уже шторморез. Смотри, тут вообще, ребята, задебафили конкретно. И атаку понизили, и понизили защиту. Молодцы, красавчики, ничего не скажешь. Ха. Дебаф по полной программе сделали. Ну что ты, что ты, что это? Что это такое у тебя? Что он там делает? Он хиляется, ребята, и вешает на себя еще и щиты. Вот такие вот у него фокусы. Покусы, будем знать. Но это отличается от меня, ребята. От моего штормореза там какой-то другой немножко. Все, сейчас прописываем. До свидания. Так, друзья мои, ну что, вот мы с вами открываем, точнее, зарабатываем 2 обычных пака плюс 1 редкий. Начнем с редкого. И у нас пак вождя. Шипорез, кошмарный пристеголов, древоруб, ужасный чудовище, шторморез, злобный змеевик, Грэмгильда. Я, конечно, мог бы, ребята, пойти за вторым паком, но я думаю, что мы оставим с тобой на следующую серию, потому что она будет у нас в ближайшее время. Вот. Я, честно говоря, думал, что мы сегодня с тобой заработаем древесину, рыбу, но ничего такого не получилось, поэтому с этими ребятами я в полном пролете. Понимаешь, да, о чем я? Но у меня не хватает ресурсов, и соответственно, я их отправить никуда не могу. Один вариант — это только ждать. Ждать, еще раз ждать. Ждать следующей... Хотел сказать смены, следующей недели. Ой, следующего дня, ребят. Да. Ну что же. Тогда на сегодня я буду закругляться. Друзья, всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.